Добрый день. Ну, про Самвела сейчас не говорит только ленивый. Обзорщиков вырезалось огромное количество, разного качества, но количество определенно просто огромного. Надо сделать интересное замечание, то что все обзорщики, ну, практически все, все женщины, а практически все обзорщики женщины, кроме скрытой камеры, что наводит на довольно-таки странные мысли о том, что, скорее всего, Иван тоже женщина, потому что, ну, не бывает такой статистики, что прямо насквозь все женщины и вдруг один мужчина. Это вот. Ну и кроме того, он перестал показывать руки в последнее время, в перчатках даже. Потому что кто-то сказал, что руки похожи на женские руки, очень, очень нежные. Вот. Так, слушай, все это наводит на размышления, что, скорее всего, СК – это женщина. Ну, женщина так женщина. Почему это хочет скрыть, непонятно. Что в этом такого? Ну, все обзорщицы там женщины. Ничего такого страшного в этом нет. Вот. Теперь о Самвеле. Значит, непосредственно. Ну что, Самвел, можно сказать, молодец. Машина отличная. Не знаю, как она внутри надежная или нет, но внешне выглядит просто прекрасно. Цвет отличный. Высокий такой, я бы сказал, джипован. Я называю такие машины джипованами, потому что они вмещают в себя как бы и свойства и джипа, то есть высокая посадка, такой вид джипа характерный, с высоким поднятием корпуса до стекла. И с другой стороны, такие по объему большие и вместительные, как вены. Поэтому такие машины вот я называю джипованами. Вот Хаваль он купил, да, и электроника очень такая продвинутая внутри, ничего не скажешь. Все чистенько, поддерживает чистоту отлично внутри. Все время чистит, молодец, что сказать. Вот, и такой джипован, да, отличный он купил. Цвет хороший, как я уже говорил. И, в общем, вид очень, очень хороший такой. Как джип и как вен одновременно. Вместительный, все чистенько внутри. Но самое главное, даже не это, а другое. Как быстро он освоил практику вождения. То есть он очень уверенно ездит. Очень уверенно, быстро. С одной стороны, это очень опасно. Надо ему сказать, что молодые водители, это характерная для них ошибка вначале, что они не имеют страха перед авариями. И они думают, что машина так и будет. Что бы они ни делали, будет вот так все прекрасно. Он должен быть настороже и не гонять, и быть все время начеку. Потому что молодые водители очень часто вот делают такую ошибку. Они не чувствуют опасности. Это очень важно для молодого водителя. Но ездит очень быстро и очень хорошо. Молодец. Просто удивительно. Так быстро он освоил. Просто прекрасно. А то, что он делает ошибки при езде, там не останавливается. Ну, это да, надо ему преодолеть. Но это, так сказать, вопрос времени. Он потихоньку он не будет это делать, потому что это будет просто автоматически у него выполняться. А так просто прекрасно. И навигация прекрасная у него. Он прекрасно ездит на большие расстояния. Знает куда и как и все. Прекрасно. Это самое. Но и самое главное, очень быстро. Быстро едет. Молодец. Очень уверенно и быстро. Так что да, можно его поздравить. Молодец. Да я даже не думал, что он когда-нибудь будет водить автомобиль. Да еще так. Да еще так быстро и хорошо. Молодец. Вот такие вот дела. Поздравим Самвела, молодец. Так держать и не пренебрегать опасностью вождения. Все время быть начеку, конечно. Для молодого водителя это очень важно. Ну вот, пока-пока.